Акционерное общество «Росэлектроника» под эгидой партии «Единая Россия» организовало всероссийский конкурс прорывных проектов в области IT-технологий. Данный конкурс направлен на выявление и поддержку прорывных проектов молодых инноваторов, развитие инновационного типа мышления и объединение усилий представителей разных областей науки для создания новых точек роста. Торжественная церемония открытия 6-го этапа IT-прорыва состоялась в стенах нового шоу-рума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального. Пожелать участникам удачи пришли не только ведущие сотрудники предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, но и представители вузовской и академической науки. Что же будет через 10-15 лет, я думаю, что никто в этом зале не сможет сказать, что будет. Будет ужасно интересно. И это то, что интересно будет, это вы делаете сегодня. Я хочу, чтобы вы продолжали этим заниматься. Потому что это не только интересно, это полезно и вам, и всем. И это будущее нашего мира, нашей страны. Все проекты будут оцениваться по 6 основным номинациям. Роль IT в радиоэлектронике, безопасности, медицине, образовании, энергетике и на лучшее мобильное приложение. Вот как раз с целью поиска талантливой молодежи и для того, чтобы какие-то проекты наиболее интересные можно было поскорее внедрить в производство и получается в оборот. Нельзя не упомянуть, что на сегодняшний день Россия нуждается в тысячах разработчиков для решения важнейшего для всей страны вопроса – импортозамещения. В связи с этим в конкурсе принимают участие различные вузы России. Свыше 5000 проектов уже прошли региональный отбор. IT-прорыв ориентирован на школьников, студентов, аспирантов и молодых исследователей в возрасте до 24 лет. Сегодня я выступлю с проектом проектирование виртуальных полигонов для достоверного моделирования сложных роботехнических систем в процессе проектирования и испытаний. То есть это виртуальная физическая среда, набор ландшафтов. Мы представляем сканер картины любого размера, для любого масштаба. Идея появилась для Дней науки, но мы и здесь решили выступить. На сегодняшний день перед Казанским федеральным стоит амбициозная цель – войти в сотню лучших университетов мира. А IT-технологии, являющиеся одним из приоритетных направлений развития КФУ, играют в этом важную роль. IT-прорыв, созданный для выявления и поддержки инноваторов, успешно справляется с поставленной задачей. А Казанский федеральный стремительно увеличивает свой потенциал, что хорошо видно по результатам. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.